Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня на канале Лес Сад Огород изумительный супчик. Суп грибной, сырный, вкусный, с сливочным вкусом. Так что смотрим, как мы его готовили. И если мы хотим сделать супчик на бульоне, прежде всего нарежем у меня говяжьи ребрышки на кусочки. Отправляем в холодную воду. Я взяла где-то 2,5 литра. Включаем плиту. И пока мясо готовится, я подготовила такие продукты. 200 граммов картофеля, 150 граммов моркови, пол корня сельдерея, 1 средняя луковица, небольшой кусочек сала с прослоечкой, можно и не добавлять, а заменить растительным маслом. Также пучок укропа, пару зубков чеснока. Еще я открыла пол-литровую баночку лесных маслят. Вот таких консервированных можно заменить на свежие шампиньоны. 1 стакан на 200 мл сливок жидких домашних. Кусочек твердого сыра, лавровый листик, соль, специи по вкусу. Нарезаем овощи. Мясо кипит уже 30 минут. Если вы не хотите, чтобы бульон был насыщенный и жирный, можно первую водичку слить. Добавляю вот на небольшие кусочки нарезанный картофель. Накрываем крышкой и доводим до кипения. А я тем временем в сковородку налила растительного масла пару ложек и 70 граммов сала обжарю до румяности. Сальце румяненькое, и мы добавим лучок. Обжарим его до прозрачности. Лук подрумянился слегка даже. И мы добавляем морковь, либо нарезанную, либо натертую на терочке. Обжариваем почти до мягкости. Сельдерей я натерла на крупной терке. Добавляю также для аромата. Кто не любит сельдерей, упустите этот момент. И я хочу добавить совсем немножко черного молотого перца для вкуса и для аромата. Затем добавляю 1 стакан жидких сливок, либо же можно заменить сметаной. И пару минут обжариваем. Через пару минут содержимое сковородки отправляем в наш бульончик. А на 2 ложках растительного масла я обжарю грибочки. Они у нас уже готовы. Просто для вкуса я решила их обжарить. И как только грибочки подрумянились, отправляем их в кастрюльку. Накрываем крышкой и доводим до кипения. И как только наш супчик закипел, я сразу же добавляю соль, 1 столовую ложку без горки. Затем будем пробовать, возможно, надо будет добавить. Но у нас и грибочки были подсоленные, и вот сыр у нас также соленый. Я добавляю здесь сыр, который я натерла на терке. Укроп нарезала, можно также взять петрушку, либо другую зелень. Еще у меня здесь натертых пару зубков чеснока и лавровый листик. Все это отправляю и дам перекипеть еще 1 минутку. Супчик закипел. Пробуем, достаточно ли соли. Вполне. 1 столовая ложка как раз нормально. Накрываем крышкой, выключаем плиту и дадим настояться нашему супчику минут 15-20. Как всегда, у нас первым блюдом наша абхазская аджика. Очень вкусно, очень полезно. Вот ею мы только и спасаемся вперед. От всех этих страшилок, которые нам... Да. Перец, чеснок, горячий супчик. Айва. Ну, супчик вкусный. Супчик вкусный. А сегодня у нас вышел ролик, как мы делали вот такие слоеные пирожки из дрожжевого теста с творожком сладеньким, с изюмом. Это у нас к чаю. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, друзья. Ну, як тобі грибочки?
Несмотря на то, что в лесу грибов нет маслят в этом году, но мы же запасливые. Мы в прошлом году, вы видели, какими корзинами, ведрами мы таскали грибы. Вы спрашиваете, зачем вам столько? Вы же их не съедите. А вот видите, в этом году ни одного грибочка, а у нас есть... Запас карман натянет. Как у белочки. Классно, я грибы начал есть, сразу спутал, думал, что это печенка какая-то. Очень классно. Так, все, друзья, спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И пишите комментарии. И всем добра, здоровья и вкусного супчика на столе. А самое главное, да, приготовьте вот такой супчик. Обязательно приготовьте. Вам понравится 100%. До свидания. Пока.